В соревнованиях приняли участие около 100 человек из Кургана, Шадринска, Екатеринбурга и Челябинска. Сегодня у нас проходит ежегодный клубный турнир по легкой атлетике среди любительских команд. То есть это означает, что не допускаются КМС и мастера спорта по легкой атлетике. Ребята попробовали свои силы на разных дистанциях. Были предусмотрены мужские и женские забеги и смешанная шведская эстафета. Для некоторых этот турнир стал первым в университетской жизни. Другие занимаются спортом с детства. А университет – это продолжение спортивной карьеры. Я бежала 200 метров и еще в эстафете побегу 300. Но своим результатом я довольна, я заняла первое место. Участвовать в соревнованиях – это большой труд. Тут и физические, и психологические нагрузки. Сложно перебороть свой страх, так называемую предстартовую лихорадку, которая бывает у всех спортсменов. Когда у тебя идет волнение, когда ты не знаешь соперника, когда ты не знаешь, как он бежит. И еще бывает, конечно, труднее, когда ты еще не знаешь, как ты сам побежишь, когда, например, какую-то дистанцию ты бежишь первый раз. Но когда ты слышишь стартовый выстрел, все волнение моментально исчезает, и ты просто бежишь, ни о чем не задумываясь. Тебе тренер говорит время на отрезках по дистанции. Опытные спортсмены говорят, что на базе Южноуральского государственного университета созданы все условия для тренировок. У нас условия хорошие. Манеж построенный, бассейн, рядом парк, рядом стадион. Все зависит от энтузиазма самого студента, спортсмена. А в общем, можно, все надо трудиться. И, как говорят, без труда не вытащишь рыбку из пруда. По итогам соревнований, кроме грамот, команды победителей получили кубки. А в личном зачете ребятам вручили памятные подарки.